Здравствуйте, всем привет! А мы сегодня второй день в Барселоне и гуляем в зоопарке. Пойдемте скорее. Вам значки классные дали? Да, да, у всех разные. Да, всех здорово, разные. Пойдемте. Маленькие сурикатики. Пути-пути. Это, наверное, маленькая. Смотри, шпион, смотри, охотится на голубей. Рот раскрыл, шипит. Нашли зебр, буйволов. Они все кушают, да, детки? Много, да? Как вам подошла? Привет! Это мама! Да? Грустный сидит, одинокий. Наверное, кто-то обидел. Ой, обезьянки обнимаются и просто сидят. Вот так свободно и живут. Да. Какие-то птички, да. Классно. Это чайки? О, спокойно идет. Павлинчик идет. Павлин. Раскрой свой хвостик, павлинчик. Ничего себе, какой тут носорог. Ой, это тебя. Больше тебя, конечно. Носорог старше тебя, мама. Он старше меня, да. Он решил спать. Джордж его зовут? Да. Маленькие какие-то кабанчики. Африканская дикая свинья. Вот они. Это Джордж. А смотрите, какая у них грязь хорошая. Они так любят это. Специально. Да. Для свинок. Для свинок грязь. Пингвинчики. Они тоже пингвинчики, да. Смотрите, какие классные. Купаются. Охлаждаются. Да. Как море у них здесь. Да. Ну тут гориллы. Да. Да. Они ротик себе, наверное, чистят. Зубки, палочки. Да. Классно у них тут. Водопад даже есть. Это пеликаны. Пеликаны. Да. А вот эти чего? Два маленькие птички. Маленькие, это альбатросы. Морские котики, тюлени, да, тут еще и мавы даже. Это, наверное, мавы. Нашли фламинго, да. И пошли. И черепахи еще, да? Какие. Даша, какого они цвета? Розовые. Розовые. Как их много. Да, вот черепашки. Две большие, три большие. Смотрите, какой дракон. Дракон. Даша увидела дракона? Да. Крыльев нет, они не летают. Они в процессе эволюции отпали. Они подошли к нам поближе. Наверное, вас увидели. И сразу же подошли поздороваться. Даша, ты фламинго? Кого вы тут нашли, детки? Жирафов, вау! Какие классные! Их пошатели! Вот смотри, как они близко подошли. Смотри, жирафы близко подошли. Я хочу слона! Все на территории зоопарка. Несколько детских площадок. Вот, детки выбрал здесь немножко погулять. Да. Все.
Миша проехался, да? Давай. Миш, тебе понравилось? Да! Слоник пришли посмотреть. Кенгуру! Да, только плохо, к сожалению, видно. Вот они все там лежат. Дима, дневной сон, перерыв. Дети, вам понравилось зоопарк? Да! А кто больше всех понравился? Мне кенгуру! Кенгуру? А тебе, Миша, тоже кенгуру? Ой! А кто? Горилла! Горилла? Приедем сюда еще? Да! Скажите пока! Пока!